Всем здоровос! С вами Максим Доз, и сегодня у нас будет обзор на мульт Собез. И вот на самом деле первое, что бросается в глаза, это вот само название мульта. Думаешь, блин, что это за херня? А потом оказывается, что это аббревиатура. Вот так вот. Ну и, наверное, аббревиатура Собез переводится так. Специальный отряд бесстрашных европейских зверей. Наверное, так. Итак, Собез является экшен-мультсериалом, и он выполнен в 2D-стиле. При этом анимация рта тут просто ужасная. Несинхронно и нифига не совпадает. Но вот зато окружение выполнено неплохо. То есть двигается все достаточно хорошо. Так, что же у нас по сюжету? Мы имеем двух злодеев и четырех героев. Ну и у наших героев по канонам экшен-мультсериалов имеется много техники, крутых гаджетов. У них есть наикрутейший штаб. Злодеи же хотят, как вы думаете, захватить мир. Как же это оригинально. И про этот мульт даже есть страничка в Википедии, в которой есть только название, по каким каналам транслируется, с какого года транслируется. Персонажи, производство, роли озвучивали, список серий. Все. Сюжет не развивается, интро тут для галочки, персонажи не раскрываются. И вот тут вот интересный момент. Главные герои не раскрываются, когда же главные злодеи. Нам могут рассказать про них и предысторию, почему они хотят украсть это, вот это вот хотят украсть. Расскажут взаимоотношения злодеев, уделяют им больше времени, чем главным героям. Когда же про Собез, ну просто не знаешь, что сказать о них, ну просто скажешь про них одну черту характера, все, это все, что ты можешь про них сказать. Еще внешность ты их можешь описать, но все, не более. И вот знаете, почему я не показываю видеофрагменты этого Собеза? Ну, во-первых, потому что авторские права, а во-вторых, я не хочу ваше зрение портить, и чтобы кровь из глаз текла. Блин, запинаюсь, долбанный арабский акцент. При этом все серии идут однотипно. То есть, первое, это у нас как бы вступление. То есть, там, например, злодей придумал план какой-нибудь. Или, например, он уже воплощает план свой в реальность. Потом идет интрушка. Потом опять немного злодеяний. Потом герои. Потом борьба. И потом финал. Вообще все. И так почти каждая серия. Я серьезно. Отличается иногда только злодеи. Иногда концепт меняется. То есть сначала, например, интрушка, а потом то-то, может быть. То есть просто меняются типы. Блин, я, если не прикольнусь над названием мульта. Собез. Сраный обряд боязливых данутых зверей. Блин. Ты чё охерел? Тебя же дети смотрят. Ну что же, всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Всем до свидос. С вами был Максим Доз. Бля, какого? Прошу, братишка, подпишись аккуратно и не торопись, иначе вырвут тоби кишки, да украдут твое баблишко, ты будешь Бога проклинать, легнешь ты на земь и орать, но так не надо, ты пойми, и ты спокойненько уйди.